Вы часто спрашиваете, как мы делаем стык керамогранита и инженерной доски. Частенько задают вопрос по поводу подоконника, как его делать для того, чтобы открыть доступ к коммуникациям. И посмотрите, какой пепельно-белоснежный белый цвет. Друзья, всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс «Береговой». Здесь мы закончили ремонт в двухкомнатной квартире. И в этом видео я вам покажу, что у нас получилось. Начнем с планировки, а потом уже перейдем к работам и материалам. И из коридора мы попадаем на кухню. Обратите внимание, кухня у нас без верхних шкафов. В центре разместился стол на 4 персоны. Дальше попадаем в спальню. В центре у нас большая кровать. Напротив телевизионная зона. В этом месте чуть-чуть попозже приедет журнальный столик. Далее у нас санузел. Ванна. Детская. Площадь квартиры 58 квадратных метров. Здесь мы разрабатывали дизайн-проект, делали работы под ключ, а также занимались комплектацией чистовыми материалами и мебелью. Особенность данного ЖК, что квартиры сдаются с ремонтом от застройщика, так называемый white box. Здесь мы полностью заменили электрику от застройщика, полностью заменили отопление и также сняли всю шпаклевку со стен и нанесли ее заново. Шпаклевка не держалась, отопление обязательно нужно менять от застройщика и электрика. Вы сами понимаете, что эти вещи, вся черновая инженерия должна быть сделана с нуля, чтобы потом через 3-5 лет у вас ничего не сломалось и все это долго и надежно работало. Сейчас вам расскажу про чистовые материалы по каждому помещению и начнем мы с кухни. На потолке у нас надежной потолок системы Еврокраб. Вы видите, что есть теневой зазор по всему периметру помещения. Это специальный профиль. Он несколько дороже, чем обычный натяжной потолок и смотрится намного-намного интереснее. На стенах у нас это обои под покраску флизелиновые, производитель Marburg. Плинтус у нас белого цвета МДФ. На полу инженерная доска, цвет дуб. Стена на кухне. Вы можете заметить, что фартук здесь невысокий. И дальше идет декоративная покраска, цвет шелк. Двери во всем проекте. Это двери скрытого монтажа от производителя Profil Doors. Отличное современное решение для вашей квартиры. Вы часто спрашиваете, как мы делаем стык керамогранита и инженерной доски. Вот здесь вот пробковый компенсатор. Это классическое исполнение данного соединения. Керамогранит, инженерная доска выкладывается в один уровень, после чего ставится пробковый компенсатор и тонируется в цвет инженерной доски. Сейчас мы находимся в спальне. Здесь у нас натяжной потолок с теневым профилем, две большие ниши под шторы. Большое количество точечных светильников и над кроватью посмотрите, какие интересные лампы свисают, лампы латунного цвета. Подоконники мы здесь, кстати, полностью заменили. Частенько задают вопрос по поводу подоконника, как его делать, чтобы он был заподлицо с откосом, либо чтобы он чуть-чуть выступал. Решение одно, это делать его параллельно откосу и чтобы никаких миллиметров не выступало за данную плоскость. Это самое правильное, единственное верное решение. Материал подоконника – это акриловый камень. В каждой комнате у нас стоит по одному кондиционеру, и они у нас разместились над дверью. На стенах у нас аналогичные обои, как и на кухне, бесфактурные, производитель Marburg. Уже цвет немножко понасыщеннее, на кухне был более светлее. Аналогичный плинтус МДФ белого цвета и на полу инженерная доска. Обратите внимание, что у доски имеется фаска, это придает доске дороговизну, и отлично смотрится. Сейчас пару слов про санузел. Посмотрите, на полу у нас плитка, сделанная под дерево, имитация инженерной доски, и она плавно-плавно поднимается на одну из стен и идет до самого потолка. По бокам у нас плитка
бетонного оттенка, серых тонов. Изначально мы выбирали немножко посветлее, но заказчик пожелал потемнее и не прогадал. Отличная плитка. Если будет интересное название, пишите, отвечу вам в комментариях. Сейчас немножко про наполнение санузла. Система инсталляции Jacob Delafon. Раковина, чтобы помыть руки. Зеркало с подсветкой. Подсветка в современных ремонтах обязательно. Электрический полотенцесушитель. И для того, чтобы открыть доступ к коммуникациям, мы открываем люк. И здесь у нас коллектора, фильтра тонкой очистки и система защиты от протечек. В этом проекте мы занимались комплектацией мебели. И вот эти вот два шкафа, двухдверный, трехдверный шкаф чуть левее, а также вот этот входной набор с вешалками и большим зеркалом. Это все наша работа. Мы сняли отдельный ролик, будет по ссылочке в описании. Сейчас мы находимся в детской комнате. На потолке у нас также натяжной потолок. Обои под покраску. И посмотрите, какой пепельно-белоснежный белый цвет. В сочетании с двумя большими окнами здесь попадает огромное количество цвета. И в этой комнате безумно приятно находиться. Ванна. Здесь у нас получилось разместить второй санузел. Это уже не инсталляция, а туалет в классическом исполнении. То есть мы здесь сделали небольшие инженерные манипуляции. И поэтому получилось установить санузел. Сверху у нас электрический полотенцесушитель, душевая кабина. Вон, посмотрите, какой душевой трап здесь расположен. Шкаф. Это не просто шкаф. Здесь у нас расположилась стиральная и сушильная машина. Посмотрите, как классно. Если честно, самая крутая фишка, которая мне понравилась, и прям моя мечта, это окно в ванне. Посмотрите, как круто смотрится. Здесь есть штора, которая плотно закрывает окно, ничего не пропускает. Но тем не менее, когда вы просто умываетесь или моете руки, это окно позволяет попасть в это помещение большому потоку света, и хочется жить и радоваться. Алексей – это тот человек, кто вел этот проект, а на данный момент он занимает должность директора по производству нашей компании, поэтому все ваши ремонты под надежным надзором. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!